Ждать автобус с комфортом. В Химках устанавливают современные павильоны на остановках общественного транспорта. Делают это в рамках программы софинансирования с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Результаты работ по улице Бурденко лично проверил глава муниципалитета Дмитрий Волошин. Остановки оборудованы удобными лавочками и урнами. Остекление спасает от ветра и дождя. Такие современные павильоны установили также в квартале Ивакина и на улице Лавочкина. На будущий год эти павильоны будут оборудоваться Wi-Fi, подводиться к общегородским электросетям и видеонаблюдение также планируем. Сейчас в городском округе почти 40 таких остановок. Всего до конца года планируют установить больше сотни, позже во всем городском округе.